В Самаре Санта-Клаус поселился на улице Вилоновская. Каждый вечер вместе с настоящим северным оленем он поздравляет горожан с наступающим Новым годом. Эту северную гостью зовут Юта. Ей всего 2,5 года, но в своем юном возрасте она уже настоящая звезда. Горожане от Юты в восторге. Многие видят северного оленя впервые. Он очень спокойный. Мы едем домой, я смотрю, олень затормозил, назад сдала. Для наших широт, тем более вот такая зима у нас почти уже и не зима, в общем-то. Очень интересно. Санта-Клаусом оказался самарец, бывший лесник Александр Баранов. В основном он живет за городом, а если выбирается в Самару, то непременно с оленем. В его подворье десятки различных животных. Юту привезли в этом году из Сургута. В Самаре она освоилась не сразу. Для северного животного здесь жарковато. С наступлением зимы Юта чувствует себя хорошо и даже привыкла к вспышкам фотокамер. Все дети селфи, на сотовый все фотографируют. Меня, оленя, в смысле, с большим удовольствием. Я им вот, в принципе, это и преследуется основной, я имею в виду. Чтобы все довольны были, гладят его. Ну, катать не катают, еще не научили, а общаются, можно сказать, зоопарк фактически контактный. По улицам города новогодний волшебник с северным оленем гуляет каждый день. Лариса Шалафаст, Максим Гусев, «События».